ближе лето, тем больше хороших новостей. Сегодня их соберу я, Анжелика Антипина, а помогут мне жители Волгограда. Внуку месяц уже исполнилось, вот это радует. Поздравляю, растет? Растет. Похож на вас? Конечно, похож. В обед погода радует. Радует, что 3 пары сегодня только было. Вот. Ну и что еще? Ну то, что скоро электричка, мы живем в Красноармейском. Вот. Каждый день приятная встреча. Мужчины радуют. Чем же? Своим присутствием, своим вниманием, своим заботой. Планируем выехать на рыбалку. Селедка пошла, вот надо уже ехать ловить. Так что всем рыбакам тоже желаю того, чтобы... И вам удачи. Квартиру обустраиваем. Мы вообще-то с Красноярского края. В финал попали. Ребенок у нас проплыл очень хорошо. Ну, мы уже не первый раз, в принципе, у вас здесь в гостях. Радует все. И доброжелание, и погода наладилась. Люди, наверное, которые улыбаются, и нам тоже приятно, и мы улыбаемся. Делитесь с нами радостями жизни, ищите себя на нашем сайте в хороших новостях.